вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня вместе с вами я буду тестировать новый телефон iPhone 11 Pro Max. Ну что, погнали! Конечно же, новые айфоны изменились внешне. И об этом говорит уже черная коробка. Суть в том, что iPhone добился своего. Это узнаваемый дизайн. И сразу понятно, что это новый iPhone, а не какой-то там Huawei или Xiaomi. Да, выглядит эпатажно, и не каждому это нравится. Но мне нравится. В жизни этот телефон выглядит лучше в 100 раз, чем на картинке. И еще, через несколько дней пользования вы забудете, что у вас тут находятся 3 камеры, и вы будете балдеть от использования. Пленка у нас теперь только спереди. По поводу тыльной панели, она просто шикарна. А матовое стекло почти не оставляет отпечатки пальцев. И это верх практичности. И нюансик. В этой модели нет надписи, как в предыдущих айфонах. Что удивительно, с черной коробкой не положили черные аксессуары. Тут все как обычно. Наушники, кабель и блок питания. Ну что ж, давайте перейдем к начинке и включим наш телефон. Для начала я вытащу сим-карту со своего старого телефона. Достанем вот это специальное приспособление, перевернем телефон и засовываем. Вот, теперь убираем, высовываем и засовываем сим-карточку. Вот, я вставила, теперь засовываем. Вот, засунула. Для начала поднесем наш старый телефон. Поднесли. Теперь включаем этот. И вот этот. Вот, теперь вот что у нас выскочилось. Настройка для нового iPhone. Разблокировать для продолжки. Так, мне нужен мой палец. Вот, теперь нажимаем продолжить. Нажимаем. Ждем, пока загрузится. Так, теперь поднесите камеру свой новый iPhone. На экран, в этот кружочек. Поместим нашу вот эту разбрызганную воду в этот кружочек на iPhone. Так. Снова наводим. Все, у нас подключилось разрешение на новом айфоне. Ребятки, здесь у нас выскочил пароль. Вот, ребятки, я ввела пароль. И вот настройка айфона. Вот, ребятки, теперь мне нужно нажать приступить и покрутить голову вокруг. Приступить. Немного опустите телефон. О! Твой. Дальше нажимаем. Дальше. Все, снова сканировалось. Face ID настроен. Все, настроилось. Нажимаем дальше. Так, перенос данных с устройства iPhone Снежана. Теперь положим сюда наш телефон, и нам нужно 25-35 минут, чтобы все настройки перенеслись. Продолжить. Условия пользования. Принять. Я принимаю условия пользователя iOS. Принять. Нажимаем принять. Теперь снова нажимаем продолжить. Нажимаем снова продолжить. Ребятки, нам столько нужно дальше продолжить. Так, Apple Watch. Хотите?
Так, нажимаем дальше. Мы хотим. Так, ребятки, мы нажимаем не делиться. А теперь вон оно вот тут сверху грузится. Значит, оно, наверное, сейчас перебрасывается, потому что и на этом телефоне тоже грузится. Вот, смотрите, ребятки, что у нас выскочило. Обновление по... Так, не тухни. Загрузить и установить. Нажимаем. Так, пароль. Не показываю вам. И нажимаем принять. Все. Подсчет. Идет подсчет. Обновление запрошено. Теперь у нас идет проверка обновления. Как мне сказали, он сейчас перезагружается. Вот, смотрите, у нас загрузилось. У нас включился телефон. Ура! Класс. Так, ребят, теперь у меня загружается, переносится с этого телефона в этот. Так, восстановление завершено. Нажимаем продолжить. Теперь я введу пароль. Так, мы ввели пароль, теперь нажимаем далее. Не могу нажать. Вот мы ввели пароль, нажимаем далее. Так, сейчас нам придет код подтверждения, и мы должны его ввести. Вот что у нас высветилось. И сам код добавился, и продолжилось само. Логично? Прикольно? Так, вот теперь на этом айфоне нажимаем продолжить. Так, вводим пароль. Я ввела. А, оно грузится. Теперь вот что у нас выскочило, нажимаем выключить. Ладно, ребятки, нажимаем отменить и обновить. Прикольно. Теперь нажимаем продолжить. Между переключением. Так, это нам показывает, что как можно что-то сделать. Прикольно. Нажимаем продолжить. Это как включить музыку. Прикольно. Нажимаем продолжить. iPhone, добро пожаловать, смотрите. Вот как нам показывали. И получается, тут будет программа, в которой мы заходили. А вот так можно смахнуть. Вот как мне показали. Так, я перелистнула, и у меня тут FaceTime и Messenger. Нажимаем ОК. Смотрите, все программы, которые у меня были, все перенеслись. И сейчас они типа как бы обновляются. А, не, они загружаются. Я в телефоне. Широкоугольная камера и сверхширокоугольная камера. И еще плюс одну камеру фокусное расстояние, которое 13 мм. Пятилинзовый объектив и угол обзора 120 градусов. Качество снимка возросло. Лучше обрабатывается засветы на кадрах, а также съемки против света. Все примеры видео вы можете увидеть прямо сейчас. Удивительным стал тот факт,
что селфи-камера также снимает на 4К 60. И это очень круто. А то, что есть замедление на селфи-камере, это вообще круто. На этом все, поэтому ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!